Вот мощи преподобного Ильи Муромца. Каждый из нас когда-либо слышал об этом былинном русском богатыре. Вы послушайте, люди добрые, мы споем вам былинушку вы. Как в древнем Муроме во Святой Руси жил добрый молодец Илья Богатырь. Что добро, что красно, был он статен пригож лицом, но ни в словах сказать, ни пером описать, как немощь, горе, хворь жили-были в нем. Прожил он в беде 30 горьких лет, больше жить так не стало уж моченьки сил, но премудрый Бог его пожалел, повелицей милости чудо сотворил. Вот лежит на печи, стонет, мается, ходит старец в перехожей калита. Дай воды испить, добрый молодец, смотрит пристально чудный старик. Я бы рад подать кость мой Светушко, но не ходят нерезвы ноженьки мои. Перекрестил тот его, молвил дедушко, отныне и до века Руси святой служи. Встал Илюшенька, плечи выправил, взял суму, чтоб хлеб, соль положить. Пред иконой встал, Господи, благослови, в Киевград пойду князю служить. Стольный князюшка, красносолнышко, повелел ему Русь от врагов сторожить. Молодецкою удалью силушкой, верой и правдой отчизне служить. Даль полей, степей, лесов и лугов, земли русской простор и ширь охранял, стерег, отбивал от врагов Илья Муромец, богатырь. Буйные годы прошли, подвига по борьбе, верен Божьей воле Илья богатырь. Что пяти, мол, приспела пора тебе в стольный Киевград, Печерский монастырь. Служил он и здесь молитвой своей, а Руси возносил Богу глас свой. Не нарушил бы враг супостат злодей милой родины мир и покой. Когда час неизбежной кончины пришел и в обители горние он отошел, светозарный венец даровал ему Бог, чтобы Русь он в молитвах вечно стерег. Светозарный венец даровал ему Бог, чтобы Русь он в молитвах вечно стерег. Преподобный отче Илья.